Сегодня день воли. День, особенный для тех белорусов, которые стоят бок о бок с защитниками Украины, защитниками правды и свободы. В этот день мы, добровольческий отряд имени Ильи Литвина и другие белорусы Одессы, обращаемся ко всем истинно патриотичным белорусам, для кого воля – это не пустые слова. Мы призываем вас защищать Украину, где сейчас открыт второй фронт борьбы за свободу Беларуси. Ведь уже сегодня мы не можем называться суверенным государством. Лукашенко продал нашу землю, продал будущее наших детей и пытается продать душу своих наемников для реализации безумного плана кремлевского Гитлера. Вы можете помогать бороться с русскими оккупантами, находясь и в Беларуси, и в России, и в любой точке мира. Главное, не принимать ситуацию как должное и прилагать все усилия для борьбы с захватчиком. Не стоит думать, что это не ваша война. Это война добра со злом. Боритесь, братья, боритесь. За нашу родину, за волю. Мы, украинцы, кажем щиро дякую нашим братам с Беларуси, які знаходяться пліч-о-пліч з нами та захищають наші кордони та нашу державу. Слава Україні! Героям слава! Живе Беларусь! Живе! Вечно! Разом! І назавжди! Русский воєнний корабль! Іди нахуй!